Друзья, всем привет, меня зовут Миша Ряженко. Сегодня я расскажу вам про вот это соло, которое вы сейчас слышали. Называется оно «Лирический грув в си-миноре», «Lyric Groove in BM». Соответственно, вы можете его качнуть по ссылочке внизу. Там будет пэк, в котором есть и минусовка, и вот этот плюс, и есть вот этот видос, и есть видос с аккомпанементом отдельный, и также есть непосредственно урок, где я все это рассказываю, что я там играю, почему, как, зачем, как структурирована вся эта движуха. Есть ноты, табулатуры с расписанными всеми штрихами и техническими элементами. Для тех, кто хочет прям это повторить, а для тех, кто хочет самостоятельно сконструировать, как раз поможет урок, где я рассказываю, по какой логике все это строится. Собственно, очень такое грустное настроение, но многим понравилось, кому я показал. То есть ребята говорят, типа, блин, прикольное настроение. Вот остальные, понятно, там пэки, которые есть, там фанк, что-то там туда-сюда. Все, да, это классно, там магёж, короче. Но вот это прям такой муд, который многим зашел, как говорится. И это достаточно прикольная штука. Не знаю, наверное, многим нравится. Я не могу сказать, что это один из моих любимых пэков, но тоже своеобразный и достаточно интересный. Собственно, вы можете пройти его, качнуть по ссылочке внизу, и также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. В общем, в принципе, я даже не знаю, какую группу он мне напоминает. Где-то чуть-чуть от Pink Floyd, где-то чуть-чуть от Radiohead, что-то вот такое, не знаю даже. Но, в общем-то, мне он в целом тоже нравится. Люблю вообще си-минор, кстати, тональность. В ней прикольно всегда почему-то играть. И в ней обычно какие-то интересные штуки. Вот у меня на практике, что на студии, что непосредственно вот там какие-то джемовые истории. Си-минор почему-то прям люблю. И люблю расположение вот седьмого лада именно аппликатур на грифе. Вот здесь вот где-то си-минор вокруг. И люблю вокруг второго тоже как бы. Вот фа-диез-минор не так сильно люблю. Больше вот си-минор. Хотя он тоже в этих же его тональные центры и самые устойчивые ступени где-то здесь находятся. В общем, друзья, качайте, я с вами. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал.